Привет, друзья! Приехал аккумулятор, тот, который для G90. Вот коробочка, вот написано. Вот 4S 1P 7 ампер часов. Ну, собственно, то, что и ожидалось. Вес 800 грамм. Так, я вскрыть решил под запись, просто потому что вот тут такой залом с этой стороны. И с этой стороны тоже вот след удара, фиг его знает. Вещь достаточно хрупкая. Сейчас открою. На всякий случай, знаете. Ух ты. Она так замята, что даже не режется, как обычно. Ага. И с этой стороны. И это. Опа. Вскрылся. Зелененький. Вот так. Ну. Как я понимаю, он не полностью коробку занимает. Так что вот эти замятые края, они вообще ни о чем. Так, вот тут проложены еще два кусочка материальца. Рулончик. Пакетик. Запуск, запах какой-то офигенный такой, химический стоит. Так, вот так вот. Не, ну все хорошо. Все уголки целые. Вопросов нет, я думаю. Так, сейчас все облеплено этой пленкой. Вот так вот. Долго шло. Ну, прям, я не знаю, около 2 месяцев, я бы сказал. Шло долго, но пришло. За что спасибо. Я хотел, между прочим, заказать на Озоне российского производства такой же аккумулятор, но, честно сказать, разница в цене более чем в 2 раза. 2 с лишним раза. До 3 не дотягивает, но больше чем в 2. Ну, вот такой же, как и старенький. Турмера. 12 вольт, 7 ампер часов. Люденький такой, все как хорошо. Сейчас я уж для полноты счастья тестер свой достал заранее. Так, с чего мы его включаем? Так, вольты DC. 30 вольт DC. Боюсь, я все время что-нибудь не туда включить. Прибор старый, на нынешних все это дело. Под защитой, как бы включай, что хочешь. А это старенький. Так, включил. Так, ну еще раз. 7 раз отмерь. 30 вольт. Постоянный ток. Все. Так, это минус. А это плюс. 12,9. Ну, отлично. Идеально. Ну все, теперь только главное, чтобы второй УПС не приказал, так сказать, менять ему аккумулятор с тем, чтобы он у меня какое-то время поработал. Все. Так что теперь как соберусь, с G90 выйду. Ну все. Все, что хотел, все. Убедился в исправности и целости.